Всем привет! Вы на канале Кулинарим с Викторией, и сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкуснейших домашних котлет. Приготовить такие котлетки можно из любого фарша – свиного, говяжьего, ассорти. Я же буду готовить эти котлетки из фарша индейки. Фарш я приготовлю сама, полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Все готовится очень быстро и просто. Сначала разбиваем в емкости 2 яйца. Нам нужно очень хорошо взбить яйца миксером до пышности. Затем яйца нужно посолить и поперчить. Добавить 4 столовые ложки манной крупы. Да, котлетки будут с манной крупой. Очень вкусный и оригинальный рецепт. Хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы манная крупа набухла. А в это время приготовим фарш. Я взяла филе индейки, 2 луковицы, чеснок, посолила, поперчила. И сейчас мне это надо все перемолоть на миксере. Также это можно сделать с помощью мясорубки. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будет много интересного. Фарш готов, и теперь нам нужно его смешать с заранее замешанными яйцами с манной крупой. Хорошо все перемешиваем до однородности и оставляем еще на 10 минут. Другие рецепты с фаршем и мясом я вам оставлю в описании под видео. 10 минут прошло, начинаем формировать котлетки. Берем пару столовых ложек фарша и формируем вот такие котлетки. Выкладываем все на отдельное блюдо. Получается примерно 9-10 штук. Для удобства руки можно смазать водой. Все готово, приступаем к обжарке котлет. Я это блюдо готовила на ужин. К ужину я также приготовила гречневую крупу и макароны. На раскаленную и политую маслом сковородку выкладываем котлетки и обжариваем по 3 минуты с каждой стороны. Когда котлетки обжарились, накрываем крышкой, уменьшаем огонь и оставляем еще париться примерно 4-5 минут на маленьком-маленьком огне. Таким образом котлетки будут сочнее и пышнее. Ну что, наши пышные, нежные, невероятные вкусные котлетки готовы. Посмотрите, как красиво они смотрятся. Получаются они очень вкусные и ароматные. Отличная идея на ужин, обед. Понравятся такие котлетки и взрослым, и детям. Подаем котлетки с гречкой, с макаронами, с другим гарниром, который вы больше всего любите. Всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайк, если рецепт вам понравился. Хорошего настроения и до новых встреч!